Здравствуйте, друзья! Как обещал, сделал бегущая строка на матрице из светодиода VS2812 8 на 32 пикселей. При создании этого проекта мне очень помог Айдар Ишкулов. Благодарю его за это. Теперь давайте смотреть короткое видео, как это строка работает. Итак, друзья, мы видим работу строку, сделан из матрицы светодиодов VS2812. Вот здесь часы работают. Сейчас переключиться. Здесь стихотворение Пушкина. Строка. Отсюда можно скорость увеличить, уменьшить. Вот я с компьютера вот уменьшить скорость, увеличиваю. Так, яркость тоже можно уменьшить. Вот уменьшил яркость. Так, цвета можно поменять. Вот поменял цвета. Сейчас. Видите, сейчас синий уберу, зеленый должен быть. Яркость немножко увеличу. Вот. Так, красный. Вот красный. Сейчас увеличил. Оба этих уменьшу. Будет красный. Сейчас будет синий. Вот сейчас синий. Вот таким образом работает эта строка. Так. И часы показывает. Вот таким образом все это работает. Друзья, сделал два скетча для бегущей строки. Один клиент, который клиент через интернет получает время и часы показывает, а который точка доступа только вот как бегущая строка, ниоткуда получать время. Так, давайте рассмотрим вот который клиент, покажу, как это работает. Вот, набираем IP-адрес. У меня IP-адрес. Вот это сейчас скажу. Так, IP-адрес 192.168.1.100. То есть IP-адреса поддерживает мой роутер и вот это IP-адрес я выбрал. Давайте здесь наберем этот IP-адрес 192.168.1.100. Так, вот поменяю немножко. И так, 192.168.1.100. Вот набрали, подключились. И здесь текст. Здесь еще у меня это есть. Можно посмотреть. Вот там показывает, идет. Так, отсюда можно текст поменять. Но это неинтересно. Как бы вот я хотел бы настройках про настроек. Вот на настройках, посмотрите, можно скорость регулировать, потом цвета, зеленый, красный и синий, и яркость можно. Давайте покажу, как это уменьшить, чтобы видно было. Вот так сделаем. Сейчас. Так, вот скорость можно поменять. Вот. Так помедленнее будет. Здесь скорость побыстрее пошел. Еще вот время. Вот видите, большой скорость идет. Сейчас уменьшаю, вот уменьшился. Отсюда можно цвета подобрать. Вот, допустим, если зеленый надо нам, необходимо вот это обе уменьшить как бы. Вот красный до нуля. И синий тоже до нуля.
сделаем, и там получается уже зеленый. На камере плохо вот это отдает цвета, плохо видно, но на самом деле там хорошие цвета. Можно другой выбрать, допустим, синий цвет. Вот зеленый убираем. И теперь синий будет. Можно красный. Вот. Давайте красный теперь сделаем. Синий уберем. Вот теперь красный пошел. То есть при помощи вот этих трех цветов можно любой цветовую гамму можно получать, как бы. Просто на камере это плохо видно. И отсюда еще яркость свечения можно больше-меньше сделать. Вот уменьшаем яркость еще. Еще. Видите, яркость уменьшается. Так. Вот отсюда я и отсюда уже текст можно поменять. Вот только, допустим, оставим вот этот текст. Вот, все. Сейчас. Вот только этот текст будет. Так, можно. Все. Вот таким образом это работает. Тут еще есть вариант вот это точка доступа. Давайте точка доступа тоже демонстрируем, как это работает. Так, отсюда бегущая строка точка доступа. Вот точка доступа, который есть, там уже часы нету. Загружаем этот скетч. Так, скетч загрузился. Вот этот скетч загрузился. Здесь уже времени не будет. Давайте посмотреть. Вот опять браузер открываем. Где у нас закрыто? Очень много чего открыто. Так. Браузер открываем. И теперь вот здесь, сейчас посмотрим, должен появляться новый сет. Вот видите, появилась сет, строка называется. Подключаемся к этой строке. Вот подключаемся. Здесь у меня сразу подключится, но первоначально надо будет еще там пароль. Какой ставьте пароль, надо будет набрать. У меня уже набрано, поэтому нет. И набираем IP-адрес. IP-адрес вот этой строки 10.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 
1.1 и .10. Подключаемся. Вот все, подключились, и то же самое, вот то, что показывал, то же самое, настройки будет. Но единственное, то здесь уже часы не будет. Вот видите, там строка бегает отсюда. Вот, вот допустим, что написать-то. Что-то не пишет. Ну, допустим, напишу Arduino, допустим, написали, и вот это передаем, вот передали, здесь показывает, и теперь вот это будет. Вот. Он уже постоянно будет бегать, то есть там часов нету, чтобы вот показывал, текст будет тот текст, чтобы что вы передали. Давайте теперь посмотреть схема вот подключения какая. Так, электрическая схема вот такая. Здесь VMS, вот контроллер VMS и панель
VS 28, 12, вот из таких светодиодов 8 на 32, 254 или 256, я не помню, светодиодов. То есть вот панель вот такой, здесь с одной стороны вот это питание подключается, 5 вольт и вход. А с другой стороны тоже можно питание подключать, и здесь уже выход. Здесь отсюда тоже можно питание подключаться. То есть это сделано из-за того, что количество светодиодов много, вот питание можно отсюда подключать, отсюда, отсюда. И если вам необходимо, что несколько вот таких панелей соединить, вот второй панель соединяйте сюда, и вот здесь out подключайте вот in другого панеля, то есть это выход с входом последовательно получается, и питание также получать будет уже две панели, 3, 4, 5, я не знаю, у меня нету их, чтобы попробовать, сколько панелей можно подключить, но несколько штук, я думаю, можно подключить. Просто вот имейте в виду, что здесь светодиодов много, блок питания мощный нужен. Ну для с одной панелью вот это наверное 2-ваттный, то есть 2-амперный блок питания хватит, вот наверное хватит. Ну я этот с USB подключил, вроде хватает, но вот это сейчас сильно греется, надо питание отсюда подавать, а не через сосуды, вот здесь сильно греется. То есть я думаю 2-амперный вот одной панели хватит, но если несколько панелей будет, уже надо 5-ампер или 10-ампер блок питания. В AliExpress продают разные такие, или самодельный, какой хотите попробовать. Вот таким образом, здесь сопротивление 300 Ом надо подключить, здесь 5 вольт, а здесь это уровень логический 3 вольта, где-то, ну, этот ВЭМС работает от 3 вольт, может это выход сгорит, можно, это 5 вольт может сюда попасть, поэтому лучше вот 300 Ом сопротивление. Так, вроде вот про схему сколько. Давайте теперь посмотреть в FL Pro, как это работает. FL Pro у нас открыто. Давайте первоначально посмотрим, вот какой точка доступа. Так, здесь вот в настройках контроллера то включена точка доступа. IP-адрес, как я там показал, 10.10.1.10. Так, и работает таким образом. Давайте отсюда посмотреть. Сначала отсюда. Вот это USB-I, это для веб-интерфейса. Вот у меня очень много вот видео, где про это я рассказываю. Подробно не буду здесь показывать, просто скажу, что здесь есть. Так, здесь у нас есть вот где текст задаем. Вот этот для текста. Нет, вот это для текста, вот отсюда текст задаем, а здесь отображается текст. А это страница настроек, здесь в настройке у нас скорость регулируется, потом цвета зеленый, красный, синий, и это яркость еще регулируется. Вот я думаю, вот это хватит, если кому интересно, у меня много видео про ESP, можно подробно там посмотреть. Здесь самый главный нас интересует вот эта строка, как работает. Используем вот это FB-блок. Это FB-блок я давно использовал, не помню, кто это делал. У меня была вот этот бегущая строка на VS2812 видео, там Arduino Nano или Arduino Uno, на нем была сделана. Я решил вот здесь этот блок использовать, но изначально у меня не пошел, как-то неправильно стал показываться. То есть строка неправильно показывал, в настройках что-то неправильно был. Я мучился, не мог его точно настроить, вот Айдар мне помог в настройках. И мало того, еще здесь добавил вот это вход яркость. В моем блоке вот яркости не было, вот это добавил. И работает таким образом. Вот здесь входы текст,
текст задаем, вот это скорость от 0 до 255 можно красный, тоже от 0 до 255 зеленый, тоже самый, синий тоже самый и яркость тоже самый. Здесь есть вот это два положения, можно статический текст задать, можно вот бегущую строку. Если высокий уровень здесь будет, вот что здесь подано на входе, будет статическим образом отображаться на экране. Но сами понимаете, там пикселей мало, вот у меня уместится вот эти часы точно, еле, ну не еле, а точно умещается, часы умещаются, а если там побольше что-то будет, уже не будет умещаться, потому что вот пикселей мало, надо несколько вот таких панелей. Вот отсюда высокий уровень и показывает статика. Если вот отсюда подаем высокий уровень, то здесь на этом входе что есть, будет это бегать по строке. И здесь сделано так, вот текст, допустим, по строке бежит. И сам в конце текста, вот здесь на выходе импульс. Импульс появляется. То есть текст пошел, остановится. Надо сделать так, чтобы дальше прошел. Для этого вот это сейчас сделано. Вот это, вот отсюда повтор, сюда. Вот это передается сюда, опять отсюда импульс дает, и текст еще раз проходит. И так далее, вот так продолжается. Теперь давайте в настройках кое-что я покажу здесь. Вот открываем этот блок. Здесь, я думаю, вот эти настройки не надо трогать. Ну, здесь как раз и Айдар мне помог настроить, чтобы вот этот бегал, как-то текст бегал. Здесь не надо, вот самый главный здесь, если будет у вас панели другие, то есть у нас панель, вот 8 пикселей, вот это вертикально 8 и по горизонтали 32 пикселя. Если два панели у вас будет, здесь надо записать 64,3 панели 96, наверное, если математику не забыл. Так, вот таким образом это настраивается, а здесь лучше не трогаться. Так, вот это так работает. Теперь давайте вот это посмотрим, где у нас клиент. Вот где клиент, вот сюда посмотрим. Ну, вот это сейчас, вот это остается, вот где этот веб-интерфейс, это остается, тут неизменно будет. Здесь тоже пошли сами, но немножко вот это сделал для часов, чтобы часы показывали. Вот это NTP сервер, вот из интернета получаем, вот отсюда посмотрите. Вот надо выбрать, вот стандартные сервера, вот я этот сервер выбрал. Ну, вы можете другой сервер выбрать. И самое главное, вот здесь посмотрите, часовой пояс, чтобы было вот у вас как. Я живу в Самаре, у нас часовой пояс 4. То есть от гривнича 4 часа раньше, если в Москве 3 будет. И то есть вот отсюда надо установить ваш часовой пояс. И здесь выходы у нас получаются часы, время, этот, минуты и секунды. А секунды использовал как импульсы. Если увидели, там на часах в середине вот это мигает. То есть вот здесь... строки, вот получаем строки, вот часы, потом в середине вот это у нас, видите, отсюда полусекундные импульсы, вот это меняется, переключатель меняет то двоеточие, то пустота, то двоеточие, то пустота, и у нас вот в середине часов мигает. Отсюда сюда, вот это второй переключатель у нас служит для того, чтобы вот первоначально мы его включили, текст пошел, здесь на выходе импульс образовался, это импульс запускает вот этот таймер у нас на 5 секунд, и вот этот переключатель переключается на часы, 5 секунд часы показывает, через 5 секунд опять текст. Текст опять пошел, в конце текста опять импульс, и так продолжается вот этот цикл. Если вот это время у вас мало, хотите больше, чтобы было, вот отсюда можно увеличить вместо 5-10 или сколько хотите, часы дольше будут там показывать. Вот таким образом это работает. Так, это работает.
И здесь, да, если клиент, здесь у вас может быть вот это Wi-Fi сет, роутер, может другие IP-адреса поддерживать. Надо посмотреть, у вас IP-адреса какие вот поддерживать. И отсюда задать IP-адрес такой, который пока поддерживает ваш роутер. Вот так, таким образом это все работает. Так. Ну, вроде обо всем я сказал. Схема будет на моем сайте. Ссылка под видео, в описании видео. Кому надо, вот можете скачать, попробовать. Так, вроде все. Спасибо за внимание. До свидания.